Здравствуйте, дорогие пользователи моего канала. Как я вам обещал, я сделаю видеообзор распаковки Lenovo A680. Вот он пришел ко мне, телефончик. Заказывал я его на сайте tulenovo.com. Ссылочку обязательно кину в описании. Так, давайте начнем распаковывать. Отправили мне его Сингапур почтой. Дошел телефончик до меня за 25 дней. Сейчас я распакую. Коробочка смялась, как вы видите, немножко. Да, ничего страшного, я думаю, все в середине цело. Так. Так. Так, это у нас сам телефон. Это USB шнур, по-моему. Да. С таким вот разъемом. Так, и так как и зарядка вот с таким вот выходом, но есть переходничок в комплекте. Так вот она надевается. В общем, как-то оно так надевается. И получается стандартный разъем. Так, тут гарантийный талон, что ли. Непонятно, что-то на китайском все. Так, инструкция тоже на китайском языке. И еще какая-то фигня. Так, давайте попробуем. Посмотрим, крышку снимем. Обычно, когда телефоны приходят, у них на аккумуляторах клеммы заклеены каким-то скотчем. Вот тут тоже, вот видите. Вот такая штучка. Нужно снять. Крышка так легко садится. Так, давайте попробуем включить. Подробный обзор на данный телефон я сделаю чуть позже. Мне надо с ним немного ознакомиться. Вот. Будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока!